кто стоит? Ну, посмотрите, это люди добрые. Здрасте. Да, Захар. Да, Валерия Хапкин. Да, Валерий то Хапкин. Сам-то он вроде как архангельский-то был. Нет, девочки мои, нет, дорогие мои. Я знала, что вы родились на Нижнем. Вы знаете, кстати, как город Архангельск называется? Город тоски, доски и трески. Нет, поэтому оттуда я и уехал. А Архангель народ-то не обидится? Не обидится. А, не, ну мородил, чай, где родился, там приготовился. Почитай, 40 лет там прожил. Теперь вернулся сюда на родину, на Волгу, в Сокольское свое. Вот с 4 лет, я помню, как ходили в Дмитровском долу на гуляние. У вас там? Да, и сармач назывался не просто сармач, а сармач походный. Знаете почему? Потому что игрался на охотной, то есть в процессе движения. Да, обязательно, да. Жизнь торопясь. Ну. Серьезно. Девушки высоко-высоко пели. Мужики после девушек басили низко-низко. А в целом, понимаете, получался хор. Красота. Благородный. Да, я всегда, когда слушал, я до сих пор этот помню. До сих пор во мне звучит этот сармач, потому что я считаю, видимо, там кровиночка. Вот эта вот сама мысль. И вот это вот тепло оттуда, дух. Оно и дух, да. Дух опять же, волжский, вот этот, волгарский. Да, я обычно, да, сармач начинал широко с такой, знаете, вот это. Ну как? Вот покажите, как жить? Ну вот так. Наши шайки 28, а не боится 36. А нам, ребята, соколята, не шахунские быки. А мы, ребята, соколята, а не шахунские быки. А мы, ребята, соколята, с Волги матушки реки. Ой, приедешь вдруг к нам в гости. Все, остыньте немного. Больно разогнались-то. Вам еще плясать да играть. А мы тут, понимаете ли, околели. Ну, сейчас, правда, разогрелся. Привез вам доброго молодца с севера. Вот он, я вижу его. Вот добрый молодец. Нет. Гармонист живет в прекрасном северном краю. Привет. Девчонки, знакомьтесь. Пишите письма. Давай,
повторить. Да.